Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАП-ТВ. Спонсоры прогноза погоды – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви впервые был проведен День трезвости. Сегодня Всемирный день трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. В этот день в Чите будет облачно с прояснениями, ветер западный – 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23 градусов. Желаю вам всего доброго и до свидания.